Мы начинаем сегодня новую тему, которая называется «Моисей. Из рабства в свободу». Так много этих образов, которых мы слышим и поем, о том, что жизнь наша – это путь из рабства через пустыню в землю обетованную, в Ханаан. И так важно нам видеть и понимать эти образы, и именно поэтому мы и будем по средам вникать в этот образ этой великой личности, вождя народа Божьего Моисея, для того, чтобы учиться, для того, чтобы применять это к себе. И каждый раз в наших темах вы можете пользоваться, я думаю, что вы взяли эти конспекты для того, чтобы вписывать те основные мысли, о которых мы будем говорить. Но если вы заметили, в самом конце этого конспекта здесь стоит несколько пустых строчек, которые называются «Ваше решение». Я думаю, что это важно и нужно будет, чтобы каждый из нас, прослышав Слово Божие, не просто услышал и забыл. Нам важно принимать решение на то слово, которое мы слышали. Нам важно, чтобы каждая тема, которую мы будем рассматривать, она каким-то образом отзывалась в нашем сердце, и мы могли пред Господом в молитве сказать: «Господь, я принимаю решение, я услышал Твое слово, я принимаю решение, чтобы исполнить это слово, чтобы быть верным Тебе, чтобы жить Тобою, чтобы иметь свободу, которую Ты даруешь». Поэтому да поможет нам Господь слушать, молиться, и чтобы это решение отзывало в сердце нашем. Наша тема называется «Моисей из рабства в свободу». Мы будем смотреть на, как Павел сказал, это были образы для нас. Образы, чтобы мы могли, вникая в Ветхий Завет, во-первых, видеть Иисуса Христа, а во-вторых, видеть те ошибки, те проблемы, которые были сделаны, чтобы не повторять. Давайте мы откроем книгу «Исход», и я прочитаю книгу «Исход», 1 глава, 1 стих. Сегодня мы остановимся только на первом стихе 1 главы. Это будет такое введение, которое мы сделаем ко всей этой теме. Итак, книга «Исход», 1 глава, 1 стих. «Вот имена сынов Израилевых, которые вошли в Египет с Иаковым, вошли каждый с домом своим». И дальше перечисляются 11 имен, 11 сыновей Иакова, которые вошли в Египет. И сказано, что всего этой семьи было 70 человек, а Иосиф был уже в Египте. И мы видим, что наша тема, которая общее название имеет «Из рабства в свободу», сегодня мы коснемся темы, которая называется «Как мы оказались в рабстве». Потому что этот текст, он именно об этом говорит. Он говорит о том, каким образом народ израильский, каким образом потомки Авраама или семья Иакова оказались в рабстве? Как это произошло? Почему это произошло? Что хотел Бог через это показать или сделать, что Он позволил, чтобы этот народ обетованный оказался в Египте, и в конечном итоге они оказались в рабстве? Когда мы смотрим на эту историю, мы можем сказать, что Египет – это очень древняя страна. Страна, которая упоминается еще со времен Авраама. И мы понимаем, что если Америка существует 200 лет, и мы не помним всех президентов, которые были в Америке, то если страна существует 4000 лет, то, естественно, никто не помнит всех правителей, которые были в этой стране. Именно поэтому эти правители или фараоны, они перечисляются в истории в династиях, то есть в родах или в семействах фараонов, которые правили. И начиная с древности, с первой династии, история перечисляет 30 династий фараонов. И последняя династия заканчивается в 332 году до Рождества Христова, когда Александр Македонский завоевал эту империю Египта, и так заканчивается древняя история этой империи и этой страны. И мы видим с вами из всей истории, что это была богатая, образованная, развитая в науках, очень мощная империя на протяжении всего этого времени. Но при всем этом это была языческая страна. Это была страна, народ которой через жрецов поклонялись языческим божествам.
Они поклонялись солнцу, они поклонялись животным, они поклонялись птицам. И апостол Павел, когда говорит о греховности людей, в первой главе послания Римлянам, когда он описывает это состояние, оно так напрямую относится вот именно к этой стране, к империи Рима. Апостол Павел так говорит: «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». Несмотря на все достижения, которые были в Египте, они так и не познали Бога, они не преклонились Творцу всей вселенной, они поклонялись этим образом, который они создали. Когда мы смотрим, как эта страна упоминается в Священном Писании, мы видим, что с самого начала Египет предстает нам как империя изобилия. Всякий раз, когда контакты народа израильского происходили с Египтом, мы видим, что несмотря на ту какую-то временную помощь, которую получал народ израильский, в конечном итоге все эти взаимоотношения Израиля с Египтом приносили вред и разрушение народу израильскому. Там, в Египте, народ израильский получал материальное благополучие и в то же время духовное порабощение. И мы можем сказать, что Египет – это символ искушения, страна, в которой можно добиться материального благополучия, но в то же время потерпеть духовный крах. Так показан Египет в Библии. И так произошло с семьей Иакова, которую мы прочитали. Семья Иакова, которая была спасена в Египте от голода, но потом в конечном итоге они стали там рабами. Поэтому Египет – это образ угнетения, образ рабства. И в памяти народа израильского Египет всегда должен остаться вот именно таким. Народ израильский должен был помнить, как Бог вывел его из рабства египетского. И Господь установил праздник Пасхи, чтобы каждый год народ израильский вспоминал. Книга Второзакония 6.12 написано: «Берегись, чтобы не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Таким образом, когда мы читаем Библии о Египте, особенно в пророках, мы встречаем упоминание этой страны. Иногда Египет показан в образе страшного животного. Посмотрите, книга Иезекииля, 29 глава, сказано: «Говори и скажи, так говорит Господь Бог: вот я на тебя, фараон, царь египетский, большой крокодил, который, лежа среди рек своих, говоришь: моя река, и я создал ее для себя. Но я вложу крюк в челюсти твои, и к чешуе твоей прилеплю рыб из рек твоих, и вытащу тебя из рек твоих, со всею рыбою рек твоих, прилипшую к чешуе твоей, и брошу тебя в пустыне, тебя, и всю рыбу из рек твоих. Ты упадешь на открытое поле, не уберут и не подберут тебя, отдам тебя на съедение зверям земным и птицам небесным». Еще один текст мы тоже подобное находим, когда мы читаем с вами книгу Исаии. Посмотрите, 51 глава, 9-10 стихи. «Восстань, восстань, облекись крепостью мышцы Господня, восстань, как в дни древние, вроде давние. Не ты ли сразила Раава, поразила крокодила? Не ты ли иссушила море, воды великой бездны, превратила глубины моря в дорогу, чтобы прошли искупленные?» Посмотрите, речь идет об исходе. Речь идет о выходе народа израильского, когда они прошли через море, которое расступилось. И мы видим, что здесь также идет указание на Египет, который назван вот этим крокодилом, Раавом. На самом деле в иврите там употребляется слово «какой-то монстр». Монстр, в порабощении которого был народ израильский. Монстр, который постоянно преследовал и желал держать народ израильский в своем порабощении. И мы можем сказать, что здесь вот этот крокодил или этот монстр, являясь символом Египта, на самом деле показывает на духовную сущность, на духовные силы, которые действовали в тот момент, когда народ израильский был в этом рабстве. Египет стал символом восстания,
силы, гордости и противления Богу. Битва фараона, о которой мы читаем, битва против Бога, сделала Египет вот этим символом всего, что противостоит Богу. Мудрость и сила египетская, на самом деле они оказались ложной мудростью. И Египет никаким образом не мог противостать и преодолеть силу Божью. И поэтому мы читаем в книге Иеремия, 42 глава, 19 стих, сказано: «К вам остаток Иуды изрек Господь, не ходите в Египет, твердо знайте, что я ныне предостерегал вас». Господь говорит: не ходите в Египет. Это бесовская страна, это духовные силы, это страна рабства и порабощения. И мы смотрим с вами и видим, что жизнь Моисея как раз показывает нам путь из рабства в свободу. Его служение, то, к чему избрал его Господь, то, что сделал Моисей, это и есть путь из рабства в свободу, путь из Египта в землю обетованную. Как я сказал, нам важно смотреть на этот путь. Нам важно учиться и понимать тем библейским истинам, что значит быть в рабстве, что значит получить свободу и что значит достигнуть земли обетованной. Моисей – это великий законодатель, который был рожден в еврейской семье во время рабства народа в Египте, который был воспитан, получил лучшее образование во дворце этой величайшей империи, но в возрасте 40 лет, как мы читаем, он отказался от всего, что имел, он стал на сторону рабов. После этого мы знаем, что он должен был бежать из Египта, и следующие 40 лет он проводил вне этой страны, пока Бог не призвал его и не сделал его вождем, который должен был вывести весь народ из Египта, из этого места рабства. Мы читаем с вами, что Моисей написал по крайней мере три песни, которые упоминаются в Священном Писании. Первая – это была песнь, которую он написал после перехода через Красное море. Это книга Исход, 15 глава. Вторая песнь, мы читаем, это 89-й псалом. И есть третья песнь – это книга Второзакония, 32 глава. И когда мы смотрим на Новый Завет, мы читаем, что в Новом Завете Моисей назван «раб Божий». И так написано о нем в 15 главе книги Откровения, когда Иоанн видит небесное воинство, и сказано: «И поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: великие и чудные дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь Святых. Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят, все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». Здесь написано, это песнь Моисея и Агнца. И мы можем подумать, почему вместе употребляется здесь Моисей и Агнец. Почему сказано, что это одновременно песнь Моисея и Агнца? Я думаю, причина в том, что каждый из них, и Моисей, и Агнец Божий Иисус Христос, каждый из них выполнил свое дело. Каждый из них вывел народ из рабства. Каждый из них был тем вождем, который показал этот путь к свободе. И история исхода стала этим величайшим событием в мировой истории. Моисей стал тем человеком, которого избрал Господь для вот этого эпохального периода народа израильского, когда из рабов они были образованы как особый народ. Они стали нацией, они получили закон, они пошли этим путем и вошли в землю обетованную. История Моисея записана в книге «Исход», «Левит», «Числа», «Второзаконие», которые он сам написал, и вместе с книгой «Бытие», 89-й псалом. И имя Моисея употребляется более 800 раз в Священном Писании. Это величайшая личность в истории человечества. И мы читаем в 34 главе книги «Второзакония», сам Бог говорит о нем: «И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу, по всем знамениям и чудесам, которые послал его Господь сделать в земле египетской, над фараоном и над всеми рабами его, и над всею землей его, и по руке сильной
и по великим чудесам, которые Моисей совершил пред глазами всего Израиля. Его история начинается в книге «Исход». Мы прочитали первую главу, это начало этой книги. Из первых слов этой книги мы видим, что она напрямую связана с предыдущей книгой, с книгой «Бытие». Она показывает, что произошло с народом израильским или потомками Авраама во время их пребывания в Египте. И тем самым Моисей, который пишет эту книгу, он показывает, что история исхода – это не просто какая-то отдельная история, которую он хочет рассказать. Это новая глава в той истории, которая началась в книге «Бытие». Это новый период истории искупления, который Бог начал с Авраамом. И теперь он продолжает эту историю со своим народом. И нам важно понять, каким образом народ израильский оказался в Египте. В чем причины того, что они оказались там. Народ Израиля не был создан для Египта. Этот народ был создан для Ханаана, для земли обетованной. Но теперь мы прочитали этот стих, что эта семья в составе 70 человек поселились в Египте. Они оказались здесь. И мы видим, что окончание этой истории, когда они вошли в Египет, было очень печальное, потому что в конечном итоге они стали рабами. Книга Исход, 3 глава, говорит: «И услышал Бог стенания их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковым, и увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их». Они возопили к Богу, находясь в этом состоянии, оказавшись рабами, они возопили к Богу. И написано: «И услышал Господь, и вспомнил завет свой с Авраамом». И Господь начинает свое действие, Он начинает свое освобождение, вывод этого народа на основании завета, который он однажды заключил с Авраамом. И об этом говорит книга «Бытие». И когда мы смотрим книгу «Бытие», мы находим там ответы на несколько важных вопросов, на которые мы должны посмотреть, чтобы увидеть весь этот путь выхода из рабства. Три вопроса, которые важны для нас сегодня. Первое – откуда появился народ израильский? Второе – почему Ханаан стал обетованной землей? И третий вопрос – почему Бог послал евреев из Ханаана в Египет? Почему в конечном итоге они пошли туда и оказались в этой стране? И мы видим, что начало народа израильского, оно связано с человеком по имени Авраам. Библия говорит, что за 2000 лет до рождения Христа Бог начал образовывать особый народ для особой цели. И эта особая цель – соединяла в себе три задачи. Бог избрал Авраама, через него он произведет особый народ, и он преследует три цели. Первое, через народ израильский открыть истину о Боге. Вторая цель, через них дать священное писание всем жителям земли. И, наконец, третья цель, чтобы через народ израильский пришел Мессия, Спаситель всего мира. В этом была Божья цель. И мы смотрим с вами, как увидеть ответ на первый вопрос, откуда появился народ израильский. Мы видим, что Божье призвание Авраама показывает нам, откуда же появился этот народ. И вот эти книги, Исход, Левит, Числа, Второзаконие, они показывают только исполнение вот того Божьего обетования, которое было дано Аврааму, и которое было записано в Бытие 15 главе. Мы читаем с вами Бытие 12 глава, первые три стиха, здесь так сказано: «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении, и благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Бог сказал Аврааму выйти из Ура. И в то время Ур – это был один из самых цивилизованных и благоустроенных мест того времени. Бог сказал ему: выйди из этого места и пойди неизвестно куда. Бог не сказал Аврааму, куда он должен пойти. Он ему сказал: выйди и покажи, пойди в то место, которое я укажу тебе. И все, что Авраам знал, выйдя из Ура Халдейского, выйдя из этого центра
цивилизации, он вышел в неизвестность, и все, что он имел, это Божье обетование, которое Господь дал ему. И посмотрите, в этом тексте мы с вами находим 6 обетований, которые Господь дал Аврааму. Первое, он сказал: «Я произведу от тебя великий народ». Это первое обетование. И Библия говорит, что Аврааму было 75 лет, когда он вышел из Харана, и в это время у него не было детей. И вначале вы помните, что Авраам думает о своем слуге Елизере, потом он думает про Агарь, разные пути, которые он думает. Но Господь открывает ему, в 15 главе сказано: «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему: «Столько будет у тебя потомков». Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. И поэтому мы видим, что Господь дал это обетование, и он исполнил его. Сегодня на земле больше 13 миллионов евреев. И когда мы смотрим на это, мы видим, что это Божье исполнение обетований. Когда мы думаем о 13 миллионах евреев, если мы думаем о всей истории до сегодняшнего дня, мы можем увидеть то огромное влияние, которое оказал этот народ, представители этого народа, на всю цивилизацию. Господь исполнил это обетование. Второе, мы читаем, Господь говорит: «Я благословлю тебя». И речь идет о личном благословении. И мы читаем с вами, что это также исполнилось. Бытие 13 глава говорит: «И был Авраам очень богат скотом и серебром и золотом». Он был в то время один из богатейших людей той территории. Бог исполнил это, и причина, Господь обещал благословить его, и он исполнил это в жизни Авраама, и Авраам имел все это богатство. Третье обетование, Господь говорит: «И возвеличу имя твое». И мы видим, что это также исполнилось, потому что и сегодня три мировые, так называемые авраамические религии, они считают Авраама своим патриархом, своим началом. Это ислам, это иудаизм и христианство. Бог сказал: «Я возвеличу имя твое». И мы видим сегодня огромное количество людей, они возвеличивают Авраама. Четвертое, Господь сказал: «Я благословлю благословляющих тебя». Когда мы смотрим вот на это обетование, мы видим, что так происходило всегда. Те, кто благословляли народ израильский, евреев, получали благословение. Мы видим, что персы, которые позволили евреям вернуться из вавилонского плена, они стали мощной империей, они отнеслись благосклонно к евреям, и мы видим, что произошло в их жизни. Империя Александра Македонского, когда Александр Македонский подошел к Иерусалиму, он решил не разрушать Иерусалим. И мы видим, что он образовал эту мощную империю, которая завоевала весь мир. Мы видим, что последнее время наша страна, в которой мы живем, Соединенные Штаты Америки, она имеет огромное благословение. И мы можем увидеть причину, что с самого начала Соединенные Штаты Америки, они имели это тесные контакты и благословляли Израиль. В 1948 году президент Гарри Трумэн, первый из всех мировых лидеров, признал образование государства Израиль. И с того времени, 1948 года, США это самый первый союзник Израиля. Мы смотрим на то, что происходит сегодня в Америке. Мы видим те грехи, беззаконные действия, все беззаконие, развращенность, которая наполняет эту страну. И мы можем задать вопрос: почему Бог не судит Америку сегодня за все ее грехи? Бог будет судить. Но, возможно, именно отношение Соединенных Штатов за всю ее историю до сегодняшнего дня к Израилю каким-то образом сдерживает Божий суд до сегодняшнего дня. Потому что Господь сказал: «Я благословлю благословляющих тебя». Если сегодня мы замечаем, меняется отношение Соединенных Штатов к Израилю, то, возможно, и это Божье благословение, оно остановится. Потому что есть следующее обетование. Господь сказал: «Злословящих тебя прокляну». Это тоже Божье обетование. Господь сказал: «Я буду разбираться с теми, кто будут злословить тебя». И мы видим, что с самого начала Бог разобрался с фараоном, который желал уничтожить этот народ. Враги Израиля, филистимляне или амореи, или какие-то другие народы, они были наказаны Богом, потому что Господь исполняет это обетование. Аман хотел уничтожить Израиля, и мы видим, что он был наказан. Мы видим, это было с Гитлером, мы видим, это было со всеми теми, кто хотел каким-то образом уничтожить этот народ.
И, наконец, последнее обетование. Мы видим, Господь сказал: «Благословятся в тебе все племена земные». Иногда вот именно этот отрывок относят к тому, что евреи очень много сделали для цивилизации. Ученые, артисты, самые различные представители культуры, они что-то сделали, очень много сделали для цивилизации. Но на самом деле этот текст не об этом. В послании Галатам мы читаем в 3 главе 8 стихе сказано: «И Писание, предвидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестила Аврааму: в тебе благословятся все народы». На самом деле, вот это указание, что в тебе благословятся все племена, указывает на Мессию, на Иисуса Христа, на то, что Господь однажды придет, Он станет Спасителем не только для народа израильского, Он станет Мессией и Спасителем для всех народов. Он пришел, и это было обетование, которое Господь дал Аврааму. Итак, мы с вами посмотрели на первый вопрос, в котором мы увидели все эти ответы, и мы увидели, откуда появился народ израильский. Давайте посмотрим на второй вопрос. И второй вопрос: почему Ханаан стал землей обетованной? Почему именно так произошло? 12 глава книги Бытие, в 7 стихе написано: «Явился Господь Аврааму и сказал: потомству твоему отдам я землю сию». То, что сегодня Израиль притязает на землю, в которой они живут, восходит именно к этому обетованию. Обетованию, которое Бог дал Аврааму. И мы знаем, что на протяжении 19 веков нашей эры после рождения Рождества Иисуса Христа это обетование не исполнялось, и евреи были рассеяны по всему лицу земли. Но, как я уже упоминал, в 1948 году чудесным образом было образовано государство Израиль. И причина, потому что Бог дал обетование. Бог дал обетование Аврааму. И поэтому на протяжении этих 70 лет еще не исполнилось все, что Господь сказал. И не во всей полноте эта земля дана Израилю, но это начало, очень важное начало. Мы читаем в 15 главе книги Бытие сказано: «В тот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: потомству твоему дам я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата, Кинеев, Кинезеев, Кедмонеев, Хитеев, Ферезеев, Рифаимов, Амореев, Хананеев, Гергесеев и Евусеев». Мы видим, что Господь дал это обетование не в тех пределах, в которых сегодня Израиль. Он сказал: от реки Египетской, то есть от Нила, до реки Ефрата. Это будет твоя земля. Я дам тебе эту землю. И Ханаан стал этой землей, потому что Бог так сказал. Потому что это было определение Божие. Бог дал эту землю Аврааму как дар, как подарок. Господь сказал: я дам тебе это обетование. И причем это обетование было дано потомкам Аврааму только тем, которые идут через Исаака. Потому что Писание говорит: Исаак стал сыном обетования. Бог обещал дать эту землю, как когда-то мы читаем в книге Бытие, когда Бог создал сад Едемский. Он приготовил этот сад и поместил туда Адама. Господь дал этот подарок, приготовленный Адаму и Еве. Точно так же мы находим здесь. Господь дает это обетование как дар, как подарок Аврааму и его потомкам. А Ханаан должен стать вот этим местом особого общения Бога со своим народом. Они там должны служить Богу. Они там должны повиноваться. Он как бы станет этим новым Едемом, который был утрачен в древности. Теперь Бог определил: это будет место. Здесь вы будете служить мне. Это место, которое я дарую вам. Это ответ на второй наш вопрос. И у нас есть третий вопрос. Так почему же Бог послал евреев из Ханаана в Египет? Почему они оказались там? Почему они пришли туда? В 12 главе книги Бытие мы читаем: «И сказал Господь Аврааму: знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет, но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий амореев доселе еще не исполнилась». Это тоже было Божье слово. И мы видим в этом Божьем слове, тоже есть шесть важных моментов, о которых говорит Господь. Первое. Господь говорит: евреи будут пришельцами не в своей земле.
Мы смотрим с вами, как евреи оказались в Египте. Бытие, и этот текст, который мы прочитали, первый стих первой главы Исход, говорит об истории Иосифа, о том, что братья продали его в рабство, и он оказался в Египте по предведению Божию, он стал вторым после фараона, и во время голода вся семья Иакова приходит в Египет. И здесь они стали пришельцами не на своей земле на многие годы. Второе, что мы находим в этом тексте, что евреи станут рабами. Мы будем рассматривать продолжение этой первой главы, где сказано, что после смерти фараона, который знал Иосифа, восстает другой фараон, который не знал Иосифа, и евреи становятся рабами. Третье, что Господь сказал, евреи будут в угнетении. Первая глава описывает, в каком состоянии угнетения они оказались. Господь говорит четвертый момент, что народ, который порабощал евреев, в конечном итоге будет осужден. И книга Исход описывает эти 10 казней, которые наводит Господь на египтян. Они будут осуждены. Пятое, в этом тексте написано, что евреи выйдут из порабощения с большим имуществом. И мы читаем, 12 глава Исход говорит о том, как евреи вышли в это особое событие Пасхи. Они выходят из этой империи с большим имуществом. И это тоже интересный момент, который упоминается в этом обетовании. Они выйдут с большим имуществом. И мы помним, что Господь сказал, что чтобы вы выпросили у египтян, и вы оберете их, и евреи действительно вышли с большим имуществом. Мы можем задать вопрос, почему это нужно было? Нам точно это не сказано. Я думаю, что это нужно будет им в пустыне, особенно для строительства скинии. Им нужно будет золото, серебро, драгоценности, все то, что они взяли в Египте, они должны будут использовать, чтобы построить скинию. Хотя на самом деле мы знаем, что был момент в их путешествии, когда они сделали золотого тельца. Они использовали это не для того, для чего было предназначено с самого начала. И шестой момент. Нам сказано, что евреи вернутся в Ханаан в четвертом поколении. Это был длинный путь на протяжении 40 лет. Они будут ходить по пустыне. Это путь из рабства в свободу, который занял это время 40 лет. И они вошли в землю обетованную при Иисусе Навине. Но там есть еще одно добавление, которое мы видим. Ибо мера беззакония амореев доселе еще не исполнилась. У Бога есть план. Нужен был вот этот период, 4 поколения, чтобы амореи наполнили меру беззакония. И тогда их нужно будет уничтожить. И Бог давал это время для амореев, чтобы они осознали свою греховность, неверный путь. Бог давал это время, когда они должны были остановиться, но они не остановились. И мы читаем то, что произошло при Иисусе Навине во время завоевания земли Ханаанской, исполнилось. Но здесь мы находим еще одну важную истину. Избранный Богом народ, потомки Авраама, не должны смешаться с другими народами. Они должны остаться тем народом, который избрал Господь. Они не должны смешаться со всеми этими народами Ханаана. Иначе, если это произойдет, случится то, что случилось с потомками Лота. Они вошли в Содом и Гоморру, они смешались, они потеряли эту чистоту, которую Бог ожидал от них. Но в этот момент, который мы читаем, семья Иакова состояла только из 70 человек. Это была небольшая семья всего, которая сегодня могла бы в автобус поместиться. Это было совсем небольшое количество людей. Это малая горстка по сравнению со всеми народами, языческими, греховными, развращенными народами Ханаана. Эти 70 человек, они не могут устоять перед той опасностью, перед теми врагами, которые окружают их. И есть большая опасность, что они будут завоеваны или они смешаются со всеми этими языческими народами. И Бог определяет Египет как место, в котором они будут изолированы от всех остальных народов. Они будут находиться там это время, пока из 70 человек они станут огромным народом, который будет способен устоять своим врагам. Интересно, что когда они приходят туда, и вы помните, сам Иосиф говорит об этом братьям своим и отцу своему,
Он говорит, скажите, что вы пастухи овец. И там непонятная деталь, сказано, если вы это скажете, это будет нужно, потому что мерзость для египтян всякий пастух овец. Египтяне не переносили пастухов овец. И когда семья Якова пришла в Египет, и фараон принял их, из своего почтения Иосифу он определяет им лучшую землю, землю Гесем. Он говорит, возьмите эту землю и живите там. И земля Гесем действительно была прекрасной землей, но было одно важное замечание. Она была на отшибе, она была немножко в стороне. И евреи, которые поместились в этой земле, они оказались изолированными не только от ханаанских народов, но и от самих египтян, которые считали их мерзостью и не хотели каким-то образом общаться с ними. И Бог поместил свой народ в это место, лучшее для жилья, которое изолировано от всех, до того момента, когда из 70 станет почти 3 миллиона, когда народ действительно станет народом. Поэтому мы можем сказать, что евреи оказались в Египте по плану Божию для сохранения народа Израиля. В этом ответ на этот третий вопрос, который мы поставили перед собою. И евреи выйдут из рабства, их вождем станет избранный Богом человек, их вождем станет Моисей. Но когда мы прочитали с вами первый стих книги Исход, в нем сказано еще о чем-то. Здесь сказано, что вся семья Иакова вошла в Египет. Все 70 человек. Так написано, вот имена сынов Израилев, которые вошли в Египет с Иаковом, вошли каждый с домом своим. И потом перечисляются все эти сыновья Иакова. Они вошли туда, каждый с домом своим, все вошли туда. Они вошли в землю и страну, в которой они станут рабами. И это напоминает мне другую семью, которая однажды также вошла в землю, которая выглядела привлекательно, но на самом деле в конечном стала землей рабства. И это семья Адама и Евы. И мы читаем, что в саду Едемском семья вот этого первого человека или семья всего человечества, она вошла в духовный Египет через грехопадение. Они вошли в ту страну, в ту землю, которая привлекательна, которая много обещает, но на самом деле, в конечном итоге, делает всех, кто вошел туда, своими рабами. 70 человек вошли в Египет, и в конечном итоге 2 миллиона позже стали рабами. Адам и Ева согрешили и стали рабами греха, и через это все человечество стали рабами греха сегодня. И мы читаем с вами послание Римлянам, 5 главе, в 12 стихе сказано, «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеках, потому что в нем все согрешили». Это было решение Адама и Евы, но Писание говорит, в нем все согрешили. Все потомки Адама, все люди, все мы стали рабами греха, потому что по той причине, что произошло там, в саду Едемском. И поэтому вся семья Адама, все люди, можно так сказать, вошли в этот духовный Египет и поселились там. И находятся в нем. Все люди стали этими духовными египтянами, жителями этой страны, в которой властвует монстр, который порабощает, который уловляет людей в свою волю. Мы читаем с вами о том, что мы оказались в рабстве, из-за грехопадения первого человека. Мы все стали рабами греха. Когда мы изучаем историю, мы видим, что рабами в древности люди становились по разным причинам. Захват в плен мог привести к рабству, покупка могла привести к рабству. Когда человек не способен заплатить за свои долги, он мог стать рабом. Похищение людей могло привести к тому, что их делали рабами. Но была еще одна причина. Это рождение в рабстве. Если твои родители рабы, и ты рождаешься в этой семье, то ты рождаешься рабом. Ты принадлежишь хозяину своих родителей. И так происходило со всеми этими поколениями Иакова. Дети, которые рождались в Египте, они становились рабами. Но так произошло и с нами.
Человек, который рождается от Адама, всякий человек, который приходит в этот мир, он рождается в рабском состоянии, он рождается рабом греха. По римскому праву рабами считались те, кто принадлежат хозяину, которые не имеют никаких своих прав, которые, подобно любому другому собственности, могут быть использованы хозяином по своему усмотрению. И когда человек стал рабом греха, это проявляется в человеке. Он принадлежит другому хозяину. Он не способен что-то делать сам по себе. И поэтому людям сегодня нужен исход. Им нужно освобождение от рабства. Им нужно найти этот путь, чтобы выйти из рабства и прийти к этой свободе. И не только люди. Писание говорит, все творение ожидает этого. Все творение покорилось этому рабству и ожидает этого момента свободы сынов Божьих. И поэтому мы видим, что Бог избирает Моисея, чтобы он стал вождем. Чтобы он вывел народ израильский из этого рабства. И наша главная тема – как получить свободу от рабства. Не только евреям в той древней истории, как нам сегодня получить свободу. Как нам сегодня не быть рабами, подчиняясь и исполняя волю того хозяина, который сегодня действует. Мы можем сказать, что но сегодня люди не в рабстве. В Америке уже в 1862 году президент Линкольн подписал закон об отмене рабства. И в Америке нет уже рабства. Но проблема в том, что сегодня, как в Америке, так и в других странах, там, где нету рабства, там, где люди являются полноправными гражданами страны, люди по-прежнему являются рабами греха. Потому что если сегодня нету внешнего рабства, то есть внутреннее рабство, от которого человек не может никуда убежать. Куда бы он ни пошел, куда бы он ни поехал, куда бы он ни стремился скрыться, это внутреннее состояние рабства, и он не может избавиться от него. Когда-то евреи, беседуя с Иисусом Христом, они забыли свою историю. Вы помните, они сказали, мы семя Авраамова, и не были рабами никому никогда. И тогда Христос сказал, всякий делающий грех есть раб греха. Этим самым определяется состояние человека. Если он делает грех, он является рабом греха. Поэтому Библия называет рабом всякого человека, делающего грех. В послании евреям написано, что эти люди через всю жизнь были подвержены рабству. Это внутреннее рабство, как я сказал. Человек сегодня является рабом своих похотей, своих страстей, своих желаний. Каждый человек раб греха, и он находится в этом духовном Египте. У раба нет своей воли. Он полностью подчинен воле своего господина. Раб греха не способен сопротивляться греху, потому что воля его поражена. Мы читаем, что во время земного служения Иисуса Христа рабство еще не было отменено. Были рабы в то время. Рабов было много. Были те рабы, которые обращались в христианство, принимали возрождение. Они становились братьями и сестрами хозяев, которые имели этих рабов. И по сути, история показывает, что рабство было отменено именно по той причине, что христиане увидели, что это наши братья. И мы читаем 1 Коринфянам 7 главе 22 стихе, Павел говорит, «Рабом ли ты призван, не смущайся, но если и можешь сделаться свободным, то лучше воспользуйся, ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа, равно и призванный свободным, есть раб Христов. В этом тексте показано, что даже находясь в рабстве физическом в то время, можно было быть свободным в Господе. Оставаясь рабом, можно было иметь ту свободу, которую дал Господь тем людям, которые уверовали в Него. И мы видим это в истории, именно в истории Моисея. Египет, который в то время считался хозяином, на самом деле они были рабами греха. А евреи, которые были рабами, они получили свободу. Потому что Господь поставил Моисея, и Моисей открыл им этот путь из рабства в свободу. И Новый Завет показывает нам, что эту свободу сегодня дает только Иисус Христос. Человек не может получить другого пути. Только в Слове Своем, только через Писание нам открывается этот путь.
из рабства в свободу. И эта тема важна не только для тех, кто живет в этом мире. Эта тема важна не только для тех, кто никогда не слышал Евангелия. Тема пути освобождения от рабства нужна нам, верующим, сегодня. Мы должны проверить сегодня свой путь, свое состояние, чтобы ответить на вопрос, а не нахожусь ли я в рабстве сегодня? Есть ли какие-то цепи или оковы, которые меня сегодня держат в этом рабстве? Апостол Павел пишет в 6 главе послания Римлянам: «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». Мы видим в этом тексте, что человек может выйти из рабства греха, только когда он станет рабом Божьим. Это единственный путь выхода. Это единственный путь. И Петр пишет в первом послании, как свободные, не употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божьи. Когда мы думаем об этом пути выхода из рабства, есть только один путь – стать рабом Божьим. Писание показывает, что нет способа другого обрести свободу от греха. Нету такой самоцели просто получить свободу. Свободу человек получает, только становясь рабом Иисуса Христа. И мы читаем послание Римлянам в 6 главе, написано: «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности?» Господь показывает, есть этот путь к свободе, когда мы становимся рабами Христа. И для того, чтобы дать нам эту свободу, Бог послал вождя. Иисус Христос – это вождь, который ведет нас из рабства в истинную свободу. И сам Моисей когда-то указал на это, понимая, что из рабства греховного может вывести только кто-то другой, высший, более сильный, чем он сам. И в Деяниях 7 главе мы читаем в 37 стихе о Моисее. Сказано: это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым: «Пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня, его слушайте». Моисей становится прообразом другого вождя. Этот вождь нас Господь Иисус Христос. И подобно Моисею, Иисус выходит из Египта. Вы помните, что Иисус тоже был в Египте. И Он выходит оттуда, из Египта. И когда это происходит, Моисей цитирует пророчество Осии. Вы помните, нам сказано: «Да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: из Египта вызвал я сына моего». Господь выходит из Египта, и Матфей показывает его как нового Моисея, как нового вождя, который избегает этого соблазна, этой империи, где благосостояние, где все прекрасно, где легкая и спокойная жизнь. Иисус идет в Иерусалим. Он идет туда, чтобы там умереть за наши грехи, чтобы стать этим вождем. Бог воздвиг своего сына, который становится вождем, чтобы показать нам этот путь из рабства в свободу. И эта свобода называется спасение. Это то, что Бог предлагает. А Иисус назван в Священном Писании вождь спасения нашего. Он пришел отпустить измученных на свободу. Он пришел, чтобы дать свободу всем рабам греха. И удивительная вещь, мы читаем, что Моисей умер в пустыне. Об Иисусе Христе написано в послании Евреям 2:10: «Ему по благодати Божией было дано вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания». Таков наш Господь, таков наш вождь. И когда мы думаем о том, как же нам найти этот путь из рабства в свободу, нам важно увидеть вождя, который предлагает этот путь. Я хочу, чтобы вы посмотрели сейчас в этот конспект, и в конце этого конспекта есть несколько пустых строчек. Это ваше решение. Если вы заполняли все, о чем мы говорили сегодня, я хочу, чтобы вы могли заполнить эти несколько строчек также. Или сейчас здесь, или, может быть, придя домой, рассуждая об этом слове, чтобы вы приняли это решение. Что Господь сказал вам сегодня? Он является вождем.
Примете ли вы решение сегодня, чтобы он был вашим вождем? Примете ли вы решение, что вы пойдете за ним? Вы пойдете через Ханаан, вы пойдете в пустыню, вы пойдете через все трудности, через которые нужно будет пройти. Но он станет этим вождем, потому что он умер за грехи наши. Он взял на себя все необходимое, чтобы дать нам эту свободу. И мы читаем, что служение Моисея и книга Исход показывают вот это желание Бога вывести каждого из нас из Египта, провести этой пустыней, дойти до этой цели. Задайте себе вопрос сегодня и примите решение, кто ведет вас сегодня? Каково ваше внутреннее духовное состояние? Вы по-прежнему в Египте или вы уже на пути в эту землю обетованную? Вы знаете этого вождя, вы следуете за ним каждый день. Нам нужно принять это решение, и нам нужно особо осознать пагубность и ужасть греховного состояния Египта, для того, чтобы найти этот выход в свободе во Христе. Давайте помолимся Господу нашему. Аминь.